О том, что такие трудные времена настанут, мы предупреждали правительство давно. Если мы не переведем экономику на современные рельсы, если мы не будем модернизировать наше производство, то мы в этом тупике увязнем. И об этом наша фракция «Справедливая Россия» не раз говорила в Государственной Думе, что наша промышленная политика, экономическая политика требует модернизации. Сегодня правительство пытается идти по пути сокращения социальных расходов. То есть решать проблему дефицита за счет простых граждан. С этим мы тоже не согласны. Мы считаем, что надо решать проблему за счет уменьшения оттока капитала из Российской Федерации.